Потрясающий, удивительный камерный театр Елены Камбуровой подарил мне чудо и волшебство спектаклем, посвященным Булату Акуджаве. Полный восторг. Очень талантливые артисты. Какие у них прекрасные голоса. Они не играют, они живут на сцене. Они втягивают зрителей в действо спектакля. Ты невольно начинаешь петь с ними. А песни Акуджавы любимы, все их знают. В театре такая уютная обстановка и добрая атмосфера. Здесь поют вживую, а не под фанеру. И музыка живая, в них нет фальши. Все идет от души. Спектакль меня долго не отпускал. В голове еще звучали спетые там песни Булата Акуджавы. Елена Антоновна пела не только голосом, душой и сердцем. Ее театр удивительный, потрясающий, просто до слез. Не хотелось уходить из театра после спектакля, и, кажется, не мне одной. Я смотрела на одухотворенные, излучающие свет и тепло лица зрителей и понимала, что это настоящее большое искусство. Оно возвышает, очищает, заставляет задуматься, лечит наши души, помогает стать лучше, добрее и духовнее. Много лет назад я была в этом театре на спектакле, но до сих пор помню эту чистоту и высоту исполнения без громких слов и ярких афиш и происходящее чудо в душе. Там, кажется, останавливается время. Оставьте суету. Спешите посмотреть, послушать, напитаться.